Ты в игре, Джейк. Ты в большой игре. В его игре участвуют все, но никто этого не осознает. А все вокруг? Все это его мир. Он им владеет. И управляет. Ты до сих пор находишься в тюрьме, Джейк. А на самом деле ты из нее никуда и не выходил. Вспомни, кто они, Джейк. Обманщики, у которых отлично подвешен язык. Ты хотел получить ответы, а они загадали новые загадки. Ты знаешь правила. Чем дольше слушаешь, тем слаще речи. Он знает любые разводки. И готов дать ответы на любые вопросы. Определяет богохульство, когда человек берет на себя прерогативы, принадлежащие только Богу. Словарь Феррара говорит: «Папа настолько велик и превознесен, что он не просто человек, но как бы Бог, наместник Бога». Вот папство само заявляет, что мы занимаем место Бога. Папа Лев XIII говорит: «На этой земле мы занимаем место всемогущего Бога». Второе определение богохульства находится в Луки, 5 глава, 21 стих. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Они говорят: «Прощать грехи, если это делает человек, это богохульство». Библия говорит: «Есть только один посредник между Богом и человеком, Иисус Христос», 1 Тимофея 2:5. Но появляется еще одна религиозная система, которая заявляет: «Сам Бог обязан подчиняться решениям священников, прощать или не прощать, согласно их решению, простить или не простить». Сначала идет решение папы, и затем Бог ставит свою подпись под решением папы. Папа Римский выше Бога. Папа Римский решает, вы прощены или нет, и затем Бог не имеет свободы выбора, он должен только подчиниться священнику. Разве это не абсурд? Это абсурд высочайшей степени.
10 заповедей, которые даны Богом, это заповеди, как Бог дал их человеку. Обратите внимание, в католическом катехизисе они вторую заповедь полностью удалили, ее нет там. Здесь говорится, что он имеет право изменять законы и так дальше. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Второй заповеди нет, она удалена. Третья стала второй. Заповедь о святом дне звучит так: «Помни день праздничный, чтобы светить его». И для того, чтобы выглядело 10, они десятую заповедь разделили на две. «Не пожелай жены ближнего твоего» и «Не пожелай вещей ближнего твоего». Очень потрясающе. Что же говорит Джордж Буш об этой власти? 22 марта он говорит: «Самый лучший путь, как оказать честь Иоанну Павлу II, на самом деле как великому человеку, это серьезно принять его учение, слушать его слова и применять его слова и учение здесь, в Америке. Это выбор, который мы должны сделать». Интересно, церковь Рима исполняет каждое пророчество из Священного Писания. Это должно быть понятно всем, что только одна святая католическая апостольская всемирная церковь — это не сестра, но мать всем другим церквам. Кардинал Ратзингер, 2000-е годы. Находясь за кулисами, Римо-католическая церковь контролирует оккультизм на каждом уровне. У них даже есть епископы, которые специализируются в оккультизме. We'll be right back.
him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Что он задумал? Он пытается поверить.